Для меня 73-й год был очень счастливым. Было много таких дорогих моему сердцу событий. Во-первых, мне присвоили звание лауреата государственной премии имени братьев Васильевых. Это очень почетно. Во-вторых, я сыграла две роли на Мосфильме. В творческом плане он был очень урожайным для меня год. Я, во-первых, снималась в картине у режиссера Александра Сурина. В необычной для себя роли отрицательной, остро отрицательной бандитки, мавры. Это о сельских корреспондентах, 24-й год, героическая борьба комсомольцев и героическая гибель их за счет таких, как мавра. Дальше самый главный для меня фильм был это «Возврата нет» по одноименной повести Анатолия Калинина. Снимал этот фильм режиссер Салтыков. Фильм этот о женщине, которая, являясь натурой очень сильной и целеустремленной, и интересной, вдруг посвятила себя только лишь личному счастью. И вот как только она стала счастлива в личной жизни, так тут же она ее и потеряла. И мы, обойма актеров, четыре человека, которые действовали в этом фильме под руководством Алексея Салтыкова, снова мечтаем о следующей работе. Алексей задумал снимать картину по сценарию Юрия Нагибина «Иван да Марья». И думает, планирует так, что я и Владислав Дворжецкий, снимавшийся в картине «Возврата нет», и Ольга Прохорова, и Николай Еременко, снова эта же четверка, прибудут в новый фильм. Сценарий написан в комедийном плане, что не очень как-то привычно думать, как о сценаристе Юрии Нагибине. Еще фильм один в проекте тоже «Эхо войны» Калинина. Сейчас мы не знаем, что сочтет нужным студия сначала ставить, или ту картину, или другую, но вот у нас такое вот прекрасное самочувствие творческое, когда мы так богаты планами.